Созвездие в 2019 году самое лучшее. Скорпион. Скорпион всегда любил мечтать, совершать недостижимые мечты, каждый день ставить перед собой цели, и многие люди чувствуют, что их мечты невозможно осуществить. Но в 2019 году он повернул Скорпиона, и ожидается, что эти мечты осуществятся. В 2019 году Скорпион встретится со своими дворянами, а под предводительством дворян Скорпион реализует свое желание. Слушатели оставят комментарий.